Итак, в синий угол, добро пожаловать, боец из Тамбова. Встречайте, Роман Клемешов! Пара бойцов у нас, шестираундовый поединок, в полусреднем весе, Роман Клемешов против Саид Хусейна Мусалипова. Итак, друзья, Роман Клемешов, из малого чемпиона Тамбовской области по боксу, призёр всероссийский турнир. Опыт физически имеет, конечно, достаточно высокий, рост 85 сантиметров. Профессиональный дебют провел в 2017 году. А в красный угол добро пожаловать, боец из Грозного, представляющий бойцовский клуб «Ахмат». Встречайте, Хусейн Мусалипов! Его соперник из клуба «Ахмат» Хусейн Мусалипов. Рост 176 сантиметров, за плечами уже три боя, во всех трех одержал победу, причем дважды досрочно. Родился в городе Кучалу и в Грозном, в Чешской Республике. Ну и всего на ринге сейчас стоял все 12 раундов. Ему 27 лет. В общем-то, для 27 лет уже пора разгоняться, потому что весовая категория до 66-60 килограммов, но она как бы предполагает того, что спортивный век будет не самый длинный. Здесь скорость решает, и скорость — это то, что с возрастом уходит первым. Так что не так много времени для того, чтобы взлететь на самый высокий уровень. Представляем вам соперников и первых бойца в синем углу. Ему 25 лет, рост 180 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Его профессиональный рекорд – 8 боев. 3 победы, включая 2 победы нокаутом, 5 поражений. Дамы и господа, вот он из Тамбова, Роман Клемешов! Его соперник в красном углу ринга. Бойцу 27 лет. Рост 176 сантиметров, вес 69,5 килограммов. Его профессиональный рекорд — 3 боя. 3 победы, включая 2 победы нокаутом. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Грозный, вот он, Хусейн Мусалипов! Клемешов, правда, в целом опыта побольше, потому что он больше боев провел. Но вот те бои, которые он проигрывал, там подсказали и вообще рассказали о том, что за Клемешов стоит понаблюдать, даже несмотря на то, что он проигрывал. Смотрите, какая большая разница в росте и, соответственно, в телосложении. То, что проигрывал, закончил. Мы все-таки Клемешов проигрывал достаточно ровно. То есть там не было одностороннего какого-то избиения. Ну давайте посмотрим. Сейчас старт первого раунда. Напомню, всего запланирован поединок на 6. Ну что ж, знаете, иногда, Роман, пословица, как говорят, один битый, двух небитых стол. Посмотрим. Хорошо, сейчас начинает Саид Хусейн. Сразу забирает в угол. Удавил достаточно жестко. Выбросил. Обозначил. Подсаживается сейчас Мусалипов. Мимо атакует немного. Вперед, пришлось на боксером более, скажем так, низкого роста. Нужно будет сократить дистанцию, что сейчас Саид делает. Да, но здесь, когда вот такая разница в росте, практически 11 сантиметров получается, разница это составляет, то понятно, что один будет стараться действовать издалека, с дистанции, второй пытается эту дистанцию сократить. Бывают, конечно, случаи, когда происходит все ровно наоборот, но не думаю, что в этом случае хорошее попадание повело так. Прям затанцевал, как за чудо буквально. Как говорят, спагетти лекс, да? 5, 6, 7. 8. Очень сильно заряжен, конечно, но будет закончить досрочно. У него очень опасный правый боковой. Он не первый раз уже его
откружал по сопернику и вот попал как раз, попал в такой переход от височной к теменной части головы, а там у нас находятся двигательные центры, поэтому совсем ничего удивительного, что ноги вот так заплясали. То есть ты вроде бы соображаешься, вроде способен двигаться, а ноги тебя не слушают. Ну, с другой стороны, обратим внимание, да, Кремешов периодически опускает левую руку, да, переднюю, которая у него впереди есть, соответственно, туда. Ну, напрашивается. Да, напрашивается, да, собственно, правый кросс. Сейчас как жестко пытается. О, опять туда попал. Зевает Роман, конечно, эти удары. И резко замедлился. Да, не получается воспользоваться преимуществом антропометрии. Сейчас мимо так пронес. Снова правый кросс Мусаликов. Ну, уже вот сразу чувствуется, освоился в ринге, потому что нокдаун, который был, он оформил буквально за первую же минуту. Сейчас понятно, что вот ударов Роман Кремешов не опасается. Вот тоже сошелся на ближней дистанции и вроде бы даже напрашивался, может быть, апперкот, но Кремешов предпочел пробить боковой. Как мы видим, у Романа образовывается такое обидное такое покраснение в области левого бока. Пропущенные удары там. Ну да, видно, что Хусейн как раз выцеливает у корпуса в том числе. И локоть правый красный, как раз под печень. Удар идет. Снять его. Снова правый боковой. Что 10 секунд остается до завершения первого раунда. Пока не сказать, что у Кремешова большие прям шансы. Но ему нужно, конечно, двигаться и не забывать держать руки наверху. Будем смотреть, насколько сможет перестроиться. Да, да. Я вижу, Песок, вот ручка, знаешь, левый по... Да, блядь, ручка, держи, не поуже, не пособрать. Вот так вот, поуже. Воды, что на грани. Ну, а что касается, конечно, Сайгу Салипова, в углу там абсолютное спокойствие, царит такая расслабленность. В углу Роман Кремешов получил он несколько внушений. Но тут надо, конечно, радикально менять весь ход течения поединка, то есть начать двигаться, уходить на дистанцию и пытаться контратаковать. Благо длина рук позволяет. Позволяет ли скорость и успевает ли он работать в контратакующем стиле? Это другой вопрос. Здесь, конечно, только решает мастерство. Опять же, да, то есть бокс делает стиль. Вот как раз сейчас видим два противоположных стиля. Да? Один давит, жесткий ударник, да, а другой, вроде казалось бы, должен успешно разрывать, вернее, прошу прощения. Бокс! Ну что ж, второй раунд, друзья, смотрим. Сразу центр занимает Саид Хусейн. Ох, какой медленный удар. Прям тянулся за этим боковым. Кремешов опять пропускает удар справа. Саид Хусейн поединок. Полностью снова правый тяжелый боковой. Может, через защиту будет. Это весьма ощутимо. Вот ответ теперь вот Кремешова долгожданный. Ну, как-то вот затянуто, мне кажется. Немножко видно, не хватает. Размахивает. Да, виден момент старта. Да. То есть он хочет вот ударить, но при этом... Короткий правый крюк. С апперкотом ходил Кремешов назад. Сейчас, кстати, видно, что начал более-менее работать на дистанции. Зачем же такие затянутые удары? Чем даже удар, это попытка просто дотянуться, потрогать соперника. Хороший удар уже исключили. И тут Кремешов отвечает на стрелки правой боковой. Вообще... Кстати, надо отметить, что Сайд Хусейн найдет официальный удар и говорит, что он лица. Но здесь он работает на стрелке правой боковой. Ух ты, тяжелое попадание, это второй иногда. Бога. Да, это даже не нокдаун, то есть просто после тяжелого удара небольшая заминка, не очень понял вначале. Все, да, победа. То есть мне кажется, что Кремешов тоже как-то не сразу осознал, что это не остановка ввиду того, что будет нокдаун, а остановка ввиду того, что это все конец боя. Ну тут как-то такая странная очень остановка, потому что чаще всего происходит. А все, да. Да, ну оба ждали, в общем-то, попытки продолжать. Но просто есть вполне понятный жест судьи. Это махать руками вот так. Вот его мы здесь не увидели, то есть просто была команда стоп и все. Но
В любом случае, разобрались. Разобрались, да. Ну, как-то вот оба, я смотрю, бойцы. Показываем все. Ну, вот с Саид Хусейном уже снимают перчатки. Что же касается Роман Кремешова, он просто стоит такой раздосадованный и потерянный. Это второй нокаут. Вторая, вернее, ну, второй нокаут поражение в его карьере. Шестое поражение уже. Шестое поражение и досрочное у него это второе поражение досрочное. Да. Пока происходит небольшая заминка, пауза в ринге, пытаются выяснить. Ну, нет. Ну, а что решение выясняет, судьи, ну, да, решение судьи, оно как? Итак, дамы и господа, рефери поединка Илья Садамов остановил бой через минуту и 30 секунд второго раунда. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений Хусейн Мусалипа! Ну что ж, Лев Хусейн, четвертая победа, третья досрочно. Поздравляем его. Очень неплохо движется он по своей карьерной лестнице. Будем болеть. Вставай, джигит, настало время битвы, а мой глаза прозрачной.